Сегодня российский предприниматель, председатель Совета директоров компании «Киевская площадь», вице-президент Всемирного еврейского конгресса и член бюро президиума Российского еврейского конгресса Год Нисанов отмечает свое 50-летие. В канун юбилея он был награжден высокой правительственной наградой Азербайджана, орденом дружбы за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры. Указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В 2016 году Год Нисанов уже был награжден орденом за службу Отечеству третьей степени за заслуги в области укрепления дружбы между народами. Год Нисанов поддерживает десятки культурных, образовательных, социальных и благотворительных проектов как в России, так и в Азербайджане. При его содействии был создан музей горских евреев в Красной Слободе. Во время эпидемии COVID-19 Год Нисанов пожертвовал 1 миллион 200 тысяч долларов Азербайджанскому фонду борьбы с коронавирусом. Благотворительность и социальная ответственность входят в число важнейших направлений и принципов работы группы компании «Киевская площадь». Она реализует круглогодичную волонтерскую программу поддержки Центра содействия семейному воспитанию, оказывает помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей, ветеранам, инвалидам, поддерживает врачей и медучреждения, осуществляет реставрацию и обеспечивает сохранность архитектуры и исторического наследия. Год Нисанов – вице-президент Всемирного еврейского конгресса и член бюро президиума Российского еврейского конгресса. Помощь еврейской общине занимает важное место в его благотворительной деятельности. Поздравления в адрес юбиляра направил президент Международного благотворительного фонда «СТМЭГИ» Герман Захарьяев. Дорогой Год Семенович, от имени нашего фонда «СТМЭГИ» позвольте присоединиться к тем многочисленным и искренним поздравлениям, которые вы сегодня с радостью получаете в честь вашего юбилея. В такие жизненные моменты каждый из нас задумывается о пройденном пути и, зная вас много лет, уверен, что вы думаете не о том, как много вы сделали, а о том, что еще не сделано вами, о том, что еще предстоит сделать, потому что добро, оно не имеет границ, и оно стало вашим жизненным кредо. Без ложной скромности могу сказать, что именно вы, Год Семенович, благодаря многочисленным незаурядным способностям и достигнутым успехам, относитесь к той плеяде горских евреев, которые своими поступками заявили о себе на весь мир и еще раз показали самые характерные черты нашего народа. И именно благодаря вам о горских евреях сегодня говорят как о народе, у которого есть честь и достоинство. Пусть в вашей жизни исполнится все благодеяния Всевышнего, приготовленные им для вас. И пусть в вашем сердце всегда будет добро и радость. Мазаль тов. До 120. Худок умек. We'll be right back.